успехи наших спортсменов, мощная поддержка спорту со стороны государства, наличие современной спортивной инфраструктуры, ну и, конечно же, стремительное развитие страны легло в основу того решения, которое принял Европейский олимпийский комитет о том, что первые европейские игры будут проходить в столице Азербайджана, в Баку. Эти игры откроют новую страницу в истории европейского спорта. И, конечно, организовать, принять и провести первые европейские игры – это большая честь и большая ответственность. В играх будет участвовать больше 6 тысяч атлетов, которые будут соревноваться в 20 видах спорта, 16 из которых являются олимпийскими. И естественно, что Бакинские игры, они зададут уровень, они зададут стандарт для всех будущих игр. И несмотря на то, что на подготовку нам было выделено всего 2,5 года, мы хотим, мы намерены провести эти игры на уровне летних олимпийских игр. Для этого все необходимое делается, создан очень сильный организационный комитет, мы сотрудничаем с международными спортивными организациями, с Европейским олимпийским комитетом, с международными федерациями. У нас поддержка, очень сильная поддержка волонтеров. Тысячи азербайджанской молодежи изъявили желаниями быть волонтерами на этих играх. Все объекты, спортивные объекты, строительство всех спортивных объектов уже завершено, и до момента церемонии открытия, которая состоится 12 июня, будут проведены все 35 тестовых мероприятий. Мы по праву гордимся своей деревней для атлетов. Я надеюсь, я уверена, что российские спортсмены получат большое удовольствие от проживания в этой деревне, потому что мы постарались создать максимально комфортные условия и для подготовки, и для отдыха. Также мы гордимся своей медиа-деревней, то есть это структура, созданная специально для проживания представителей медиа, и она тоже соответствует самым высоким мировым стандартам. Игры будут освещаться более 1000 репортеров, как местных, так и зарубежных. И более 50 компаний будут обеспечивать вещание игр более чем в 100 странах. Естественно, мы как страна, принимающая первые европейские игры, хотим, чтобы наши гости побольше узнали о нашей стране. Азербайджан, как независимое государство, оно молодое, но это страна с глубокими историческими корнями, с богатой культурой. Вы знаете, что наша столица, город Баку, он находится на стыке, на Великом Шелковом пути, на стыке Запада и Востока, и впитал в себя дух многих культур и цивилизаций. И мы постарались подготовить очень обширную и, на наш взгляд, интересную культурную программу. И мы надеемся, что гости Азербайджана смогут узнать побольше об нашей древней, вместе с тем, нашем древнем, вместе с тем, таком молодом крае. Сейчас, когда до начала игр остается всего 2 месяца, естественно, что вся наша команда сосредоточена на финальных подготовительных работах, но уже сегодня я могу сказать, что Баку готов принять всю Европу, и мы все находимся в преддверии грандиозного праздника мира, дружбы и спорта. Я уверена, что первые европейские игры пройдут в духе солидарности, единства, здоровой и справедливой конкуренции.